отключились от всего мира. И так по полочкам все. Да, в общем, мы стали вирусными, и все нас репостили, и репостили нас люди не в России, а во всем мире, и, соответственно, вот такой вот был рывок, и мне очень понравилось все, о чем они говорили. Ты неплохо держалась. Вот это управляющий ничего не понимает. Я все знаю, давай лучше свой салон откроем. Я говорю, ты знаешь, честно, целый месяц. И я ходила в эконом-студию, где маникюр стоил 200 рублей, а покрытие стоило 600 рублей. Не умела делать френч. Вложили в наш бизнес 100 тысяч рублей. Я говорю, мне стыдно подруг звать на маникюр за 200 рублей. Более скромная была, чем Арина. Сейчас мы поменялись местами. Не было таких цен. Все было ровно в 3 раза дороже. Чем ниже цена, тем больше людей. То есть мы открывали для таких же простых девчонок, как и мы, у которых не было возможности круто выглядеть за низкую стоимость. Это мое мнение. Я с тобой.